ситуация. Квартира, вечер воскресенья. Ну все. Я им напишу, я им сейчас все напишу этой управляющей компании. Значит, дорогая управляющая компания, вы ничего не делаете. Вы те вала. Я вам за эту лужу, знаете, что сделаю? Все, отправить. Нет, добавить. Ублюдки, горите в аду. Все, теперь отправить. Да? Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, это кто? Вас беспокоит заместитель начальника главного отдела департамента службы Центра внутренней и внешней коммуникации и обратной связи в сфере коммунальной сферы и благоустройства жилищной среды Красноплесненского района. Старший специалист управляющей компании ООО «Snoop Doggy Дом» Бессарабкин Валентин. Вы еще слушаете? Да, я еще слушаю, да. Только что вы на сайте нашей управляющей компании в разделе «Обратная связь» оставили комментарий, верно? Верно, я отправил комментарий по поводу этой лужи огромной у подъезда, отставлял. Спасибо вам большое за конструктивную критику нашей работы. Ваши замечания уже учтены, но для более детальной проработки вашего отзыва необходимо ответить на несколько уточняющих вопросов нашему сотруднику. Что, прямо сейчас? Помогите нам сделать жизнь Красноплесненского района еще лучше. Это не займет много времени. Ладно, хорошо, только если быстро. Кто там? Ну что, пес, дописался, да? Достучался, скотина такая. Тихо. Шваль такая. Подождите, мужчина, вы кто такой? Мужчина, вы кто такой? Я кто такой? Я заместитель начальника главного отдела департамента службы всей этой коммунальной перды. Понял меня? Я кто такой? Ты накатал свою жалобу? Ну, кляуза, скотина. Слушайте, как-то по телефону вы повежливее были. Да потому что для улучшения качества услуг все телефонные разговоры записываются, псина. Как вы со мной разговариваете? А как я с тобой должен разговаривать? Я сидел в Подмосковье спокойненько, в бане, в спа-отеле, в бочке грелся. Вот с такими планами на жизнь. Ты вообще понимаешь, откуда ты меня выдернул? Ты знаешь, сколько я заплатил, чтобы попасть туда, откуда ты меня выдернул? От меня вы что хотите? Ну ты же сам написал, управляющая компания бездействует. Да? Набездействовал на нашу компанию, вот я пришел действовать. Тихо. До понедельника нельзя было подождать? А до понедельника нельзя было не писать? Послушайте. Лужа во дворе. Так идите во двор и с ней разбирайтесь. Лужа тебе не нравится, да? А что ты на нас жалуешься, я не понимаю. Что ты на дождь не жалуешься? На впухлую землю, что ты не жалуешься? Написал тут, настрочил. Я знаю, это ты все время комментарии эти пишешь. По 100 комментариев в день пишешь. Вообще-то по 7, там лимит. Ты уже всех в доме задолбал. Ты знаешь, что есть чат дома без тебя? Называется, знаешь? Как? Без Сергея? 3 буквы угадал, только гея, и все. Я просто хочу сделать наш район лучше. Хочешь сделать район лучше, иди сюда. Сидит, жалуется мне тут. Давай езжай спокойно, ты не из Сымбаева, никто не заметит, что ты уехал. Чего? Или удаляй негативный отзыв о нашей управляющей компании. Значит так, я ничего удалять не собираюсь, потому что ваша управляющая компания ни хрена не делает. Почему вы, например, не поймали того чувака, который жжет кнопки в лифте? Да как я его поймаю, если это я? Как? Вы? Зачем вы это делаете? Если не можешь победить, возглавь. Ну, ладно, хорошо. Огромная трещина через весь дом проходит. Что вы сделали? Собрались со всех денег и вокруг нее козу нарисовали. Это чтоб вы не спрашивали, куда ваши бабки ушли. А куда? Козе в трещину. Куда? Слушайте, это какой-то дурдом. Мне за прошлый год пришел счет за электроэнергию, а меня год не было в России. Я в Грузии был весь этот год. Год? Год! Так это не за отопление, это тебе штраф за сыкливость, ты.
Я не собираюсь ничего удалять. По закону вы, как управляющая компания, обязаны все устранить. Ты смотри, а я ему по-хорошему предлагаю, он по закону хочет. Хорошо, давай по закону. Все, административная машина запущена. Садись сюда, все, ледокол правосудия идет уже. Дайсон беспринципности просто жужжит. Понял меня? Законом он меня тыкает. Я законом тыкан, и я дуршлаг правосудия, понял ты? Собака такая. Сейчас заполняем, все. Анкета, давай. Что, анкета? Анкета, да. Какая еще анкета? Заявителя, значит, первый вопрос. Фамилия, имя, отчество. Цацанов Сергей Николаевич. Сасанов? Цацанов. Я уже написал Сасанов, я не буду в документе черкать сейчас. Порода. Что значит порода? Что это за вопросы такие? Не твое собачье дело, порода какая, говорю. А, подожди, я пропустил вопрос. Mm-hmm. Собака есть? Нет у меня собаки. Не может ужиться даже с собакой. Так, следующий вопрос. Порода. А, подожди, я все правильно спрашивал? Порода какая у тебя? Слушайте, я не буду отвечать на тупые вопросы. Тогда удаляй комментарии и записывай извинения на коленях в соцсети. Давай. Ладно, ладно, давайте напишу, что хотите. Только побыстрее, пожалуйста. Значит, температура в подъезде устраивает? Ну, вообще-то холодно в подъезде. Ходит голым по подъезду. Да так. Не... Сколько будет? 10, 13, 14, 42. Что? Безграмотный. Так. Кока-колу пьете? Пью. Потенциальный иногент. Ага. Телефон какой у вас? Ну, айфон, а что? Имеет прямую связь с американскими спецслужбами. Чебурашку смотрели? Нет. Квас пьете? Нет. Гусли есть дома? Нет. Ненавидит все русское. Так. Состоите в ЛГБЗ? Что? В ЛГБЗ. Правильно, ЛГБТ. Считает, что ЛГБТ это правильно. Да нет, это, слушайте. Я заполняю анкету. Пять последних покупок в Даркнете. Я ничего не покупал в Даркнете. Купил в Даркнете что-то, после чего не помню, что покупал в Даркнете. Машина есть у вас? Есть, но я ее продаю. Иконки есть там? Ну, есть. Торгует иконами. Так, вот так, слушайте. Какие массажные салоны с окончанием вы посещали в нашем районе в этом месяце? Никаких массажных салонов. Я не перечислил еще. Подождите. Фонтан, однорукий бандит, Цуефа. Можно побыстрее? Хорошо, есть и такой. Можно побыстрее. Да нет, я не... Отправляю эту анкету, пусть тебя проверят полиция. Все. Да не надо никакой полиции. Давайте, я все удалю. Удалю все отзывы. Точно удалишь? Да клянусь, удалю. Только ну скажите, что? Вы лужу уберете? Конечно, уберем. Сейчас я свою квартиру в этом доме продам и потом уберем. А лужа здесь при чем? Это для тебя это лужа. А у меня в объявлении это живописный пруд. Понял? Так что, мне тоже продавать, что ли, квартиру? Есть идея, как все наши проблемы решить. Сахар, дрожжи, вода. Сахар, дрожжи, вода. Во все тяжкие. Антисептик для души не интересует. Убивает микробы. Ощущение серости жизни. По-русски. Это облава. Давай через черный вход, а там в рассыпную. Главное телефон выбросить. Я такой в фильмах видела. Повышая градус. С 22 января в 8 вечера. Сейчас как заживем, да? Может даже магнит сниму со счетчика. Премьера на ТНТ.